В Уссурийске увековечили память мастера спорта СССР по боксу Руслана Хабисова. На здании бывшего спорткомплекса «Спартак» на Комсомольской открыли мемориальную доску. Благодаря общему коллективному сбору приняли решение родственники и общественности, Федерация бокса Уссурийского городского округа, ну и, конечно, почетные жители Уссурийского городского округа об открытии такой памятной доски. Уссурийских ребят Руслан Хабисов начал тренировать с 1961 года. В этом здании тренер работал с 1974 года. Здесь же располагалось добровольное спортивное общество «Спартак». Он пытался из нас делать настоящих мужчин. Он был немногословный, но его крылатая фраза «Будь мужчиной» вот, – это мы запомним до конца своих дней. Кто и что внес в мое сердце, в мое мастерство, в мою порядочность, в мою человечность, как не Руслан Дмитриевич. Как вспоминают воспитанники, Руслан Хабисов привил им не только любовь к спорту, но и на всю жизнь стал для них примером настоящего мужчины.